пальчиком покажите мне, что вы делаете. Вот. Где это задание? Вот. Нашел задание? Нет, пальчиком покажи. Хорошо. Опустили глазки на страничку. Внимательно посмотрите, у нас две картинки. Что нарисовано в окарисме? Машинка, собака, собачка, ведро, машинка. И смотрим на вторую картину. Отвечает за растин, ребята. Ведро, собака, пирамида. А теперь внимательно прослушайте задание. Поставьте знак равно. Огоньки начинать праздник. Ура! Буду.
Доченька моя, здравствуй, дорогая. Ой, какие вы нарядные ребятишки. Волшебники, наверное, лисички, да? Прям как у меня в лесу. Слушайте, он что-то там начнет, а мы должны здесь игра закончить. Сейчас будет игра. Слушайте, у него игра. Есть одна игра для вас. Загадки говорю сейчас. Я начну, а вы кончайте. Дружно хором отвечайте. Под лазурным небосводом в зимний день прекрасный. Поздравляем с Новым годом и желаем счастья. Что желаем? Счастья. Счастья, правильно. Угадали? Угадали? Мы не призвали Дед Мороз. Так. Пошарить ему кабачки, говорит. Вы говорите, что нашу елку. Наша елка высока, достает до потолка. А на ней висят игрушки. Это сказки до макушки. Хорошо, только не в дверную щелку, а приходи к нам сюда, ладно? И посмотрим на елочку, ладно? Ну ты разморозился, молодец. Ребятки, тихо, такая сказка интересная. Лесу зимой, лесу кашем бахромой. Звонки снег искрится. И не искрится. Такое Новый год. Это дружный хоровод. О, это смех ребят веселых возле новогодних елок. Что такое Новый год? Всем известно, напьет. Это дудочки, искрики, шутки, песни и улыбки. Молодец. А чтоб всегда у тебя такой Новый год был. Давай, иди. Какой гномик хороший. Чики-брики, гав-гав-гав. А за ними гуси. А за ними бежали гуси. Помогайте, помогайте. Не, помогайте. Чики-брики, хрю-хрю-хрю. Чики-брики, повторите, что я говорю. Хрю! Хрю! Давай, громко только. Молодец. Паучок. Ну давай. Елка вытянула ветки. Пахнет лесом и зимой. С елки свешивались конфетки, пушки с бахромой. Мы захлопали в ладоши, ставили дружно хоровод. Нам наступил такой хороший и счастливый Новый год. Только так снегурочка живет, дедушка мороз идет. Собрались в углы и двери, протоптали траву в двери. Волк принес подарок в елку. Ёж, лопата, луна и голубь. Вот и дедушка идет вместе с этим Новый год. Вот, как здорово. Вот и любит Казахстан. Это вот и город Казахстан. Вот и любит Николая. Ты, наверное, сам. Ну. Улыбаемся, детки, все. Обещаю. Бабочка. Это красиво.
Спасибо, ребятки.